Coming up today at number 4, Premier League champions Chelsea were trounced 3-0 by AS Roma at the Stadio Olimpio in Group C on match day 4 for the 2017-2018 UEFA Champions League. The defeat was Chelsea's first in the group stage this season after two wins and a draw. A brace from Stefan El Shaarawy and a strike from Diego Perotti sealed Roma's second win in the group stage. Ух ты! И вот он, и вот он, и вот он, мяч, летающий в сетку! Почему не стал касаться его Антонио Рудигер? Наверное, это вопрос для многих и сюрприз для партнеров, но не для Стефана Эль-Шаарави. Передача, которая, по идее, совершенно точно не должна была становиться результативной, приводит к тому, что Рома забивает свой второй мяч в этом матче. И снова в объятиях партнеров.